весь оставшийся горбыль. Его надо выкапывать из-под снега и перепиливать. Вот эта печь отапливает половину здания гусеницы. Это наш второй дровяной котел. Вы когда-нибудь слышали об арт-резиденции? Нет? Я тоже не слышала, пока не увидела чуть ли не единственную арт-резиденцию в нашей стране своими глазами. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно. Наши инженеры посчитали, что для того, чтобы в гуслице было зимой тепло, есть два варианта. Либо находиться здесь людям в количестве 25 тысяч человек и каждый день греть своими телами. Либо улучшить систему отопления дополнительными котлами. Гуслица расширяется, разрастается и приглашает к участию в нашем проекте. Согреем гуслицу! Согрейте гуслицу, чтобы у нас и зимой было тепло, и чтобы наши души грели. Согреем гуслицу вместе. И хотим, чтобы у каждого из тех, кто поможет гуслице, была возможность изготовить свой собственный предмет прикладного искусства и увести его с собой как подарок от гуслицы. Согреем гуслицу вместе! Согреем гуслицу вместе! Вы можете участвовать не только деньгами, вы можете участвовать проектами, идеями. Согреем гуслицу вместе! Горящим сердцем согреем гуслицу. Согреем гуслицу!